Сейчас меня пока не снимут. О, 600 ОД халявных. Почему халявных? Что надо убить? Выполнить его. А чё, сука, халявных. Тут маунтов нельзя, что ли, юзать, нахуй? Ебан. А вот так нету, нельзя. Оленя, может. Так, мне что-то кажется, что не получится у нас пройти. Мне кажется, что надо кого-то пиздить. Как протонуться к тому возьгану, нахуй? Хотя... Пепельный берег, нахуй. Бля, они идут. Друиды. Они идут. Давайте патруль справа зачистим. Ульда, наверное. Ульда, как у тебя со временем завтра? Сейчас кто-то спулит, блядь. Ну мне нужно узнать заранее. Ну я тебя спрошу, как у тебя... Не, к 8 часам. К 8? Это, ну ты будешь КРТ, получается, ну, к 16. Да, да, а, да, ну все, ну завтра. Все, я понял. Так, что это? Неужели завтра Ульда? Нет, то пошутили. Это пиздец. Сейчас, Мордаун, ты сейчас пулишь, аккуратно. Я не спулю, не боюсь. Мы на второго справа. Босса идем, да, мужики, там Эмпорио Армани слева. Эмпорио Армани? Телонус это который неубиваемый, нахуй, да? Первый из гвардии Муразонда. Могучий воин, яростно сражающийся в ближнем вот бою. Вот гой манекен бить. Нет, использующий разрушительную магию времени, обращая своих противников в прах. Да, я хочу в прах обратиться, надо сегодня обратиться в прах, нахуй. Да ты так прах, блин, каждый день, блин. Ты реально себя видел, прах ходящий. Бля, он за забором. Слава, давайте против прах, обратим твой прах, надо не сеем, нахуй. Ой, чё это падла делает? Это долбит. Сука, падла. Иди сюда. Там три крипа, сейчас сагрятся по-любому. Крипов не надо агрить. Нет, подожди, ну ушли, смотри. Танков не носит. Да их все равно надо убить вот этих вот. Кто-нибудь отпулит. Мне пизды не дадут, надеюсь. Ну какие-то часы крутятся под мобом. Надеюсь. Сверху. Баный урод, нахуй. Уебал этот инст, конечно. Патруль надо убивать стопудово. Так там какой-то баф говорили, блядь. Как ХМ запускается? Да. Ну-ка нахуй быстро, блядь, информацию, блядь. Там мобы ходят патрульные. Среди так. Них исказитель времени. Темпоральный вот, исказитель, да? Да, темпоральный так. Исказитель. Ой, я попробую вот ему дать вихрь, нахуй. Вот нет. Он. Пускай он почилит. Там он проклятие, будет, диспелем. Когда бьете его, он начнет спустя время кастовать очень длинный кастом. Каста около 30 секунд длится. Вот его нельзя сбивать, если на хэмку. Вот таких 5 кастов вот, и запускается понятно. Хэм вот, на ближайшее. А что, похилить можно? А, на хилы сдох. В стане стоим. Вот этот был каст. Ёбаный в рот, нахуй. Как? Там есть 2 каста. А можно как-то сделать так, чтобы мы не вайпались, нахуй? Ну, есть быстрый каст, который можно... Надо подожди, это вот подожди, хулидринка, это залупа полная. Ты говоришь, нихуя не ясно, блядь. Давай сейчас вот мы сдохли, и ты бы лучше говорил, что делать прямо сейчас. А потому что я не ебу вообще. Вот ты рассказываешь... Встали, побежали. Во-первых, стойте, блядь. Куда вот вы бежите, блядь? Во-первых, соберитесь вместе, блядь. Почему хилы лежат? Это во-вторых. Я сейчас просто пойду чилить и ебитесь тут сами, нахуй. Почему вы лежите, нахуй? Встали, блядь. И мобов, вот у тебя ассист или что там, ставь метки, нахуй. Кто? Вот темпоральный исказитель, он ебанул сейчас всех, нахуй. Вот, этот моб должен вешать баф какой-то. Вот этого хуесоса, который нам нахуй не нужен, его надо разъебать, блядь. Никто не бил нихуя, ну хилы сдохли, блядь. У этот... нас застанило 10-секундным станом, мы не знали, что такое есть. Вот, ослабься. Блядь. Я ему дал вихрь. Я ему дал вихрь. Разыграли. Я ему... Ты дай вихрь этому черепу. Ну я ему дай... дал до коста, типа. Это да, в косте я тоже блядь, в стане стоял. Запульте вот. Их, пожалуйста. Убиваем. Танки, запульте, пожалуйста. Бьем. Крестик убивайте, нахуй. Метки стоят, Левиша блядь. Бежит далеко, вы драконы чё, ебать. Ни одного танка рядом нету. Вы, блядь, да будете, похуй блядь. На танков, блядь, а поймать. Грипнули, идут. Вот, сзади убили. Сзади драконы, сзади драконы. Отходите от патруля. Вот. Сейчас право, право, прыгайте сюда их. Пасифея! Притворись мертвой. Мертвой притворись. Молодец.
Уже поздно, блядь. Блядь, ну что это такое? А это просто мобы, да, трэш? Вот их ёб... да. разъёбываем. Контролим, разъёбываем, соберите их. А чё вы его убили, исказителя? Ну я не знаю, нахуй. Ну, типа, блядь, 800 IQ, наверное. Блядь, пиздец. Может, вы все возле входа соберёмся? Только что, только что было сказано, блядь, не бить моба, блядь. Мы убиваем только крестик. Череп не бить, надо ждать коста, блядь. Да тут этих мобов до хера. Подожди, расслабься. Вот да этих... вы, блядь, флудите, нихуя не понятно, кого убивать, кого не убивать. Заебали. Вот этих... Вот этих разъебываем. Нахуй, или сразу, нахуй, сложно уебать. Все, сейчас они ушли. Заходим. Заходим, надо если понять, почему людей не пускают. Сложно решить, да, Сержа, походу, встаньте, блядь, перед входом, нахуй, и объясните, что сделать, нахуй, кто не знает. Стойте, сука, никуда не бежать, вернулись назад. Так вы вот что, нахуй? У входа есть этот темпоральный исказитель. Вот у входа, с него и начнем, блядь, а то побежали, ебать, хуй пойми куда, нахуй. У моба два каста, один вихрь, его нужно сбивать, чтобы на рейде не повешалось как раз там 10 секунд. Есть второй каст, который он обращает, долго кастует и бафает всех остальных драконов. Вот его короче, нельзя сбить. Короче, вот где он? Темпоральный исказитель хуйни, нахуй, вот этот пидор. Его бьем в последнюю очередь. Его вообще не бьем, нахуй. Вот этих пидоров, гвардейцы, разрушитель, вот эту хуйпутало убиваем. Подождите, вон патруль идет. Там крестик тоже есть темпоральный. Вот, сейчас, короче, смотри, темпорального влево, всю остальную хуйню уешим. Проклятие диспелем, блядь. Вот, давай. Темпоральному, короче, дам сейчас вихрь, нахуй, пускай в вихре постоит. Остальную вот эту хуету разъебываем. Только пачки никакие лишние не спульчу, сейчас еще вихрь. А вот каст идет, нахуй. Что-то, подожди, давай собью его, нахуй. Это ветра, это, видимо, сбить я, надо. Я сбил вихрем, нормально, пускай почилит, нахуй, захиливаемся. Сейчас ждем. Не бьем его, нахуй. Не бьем. Сука, не бьем. Ждем какой-то охуенный каст. Вот так надо объяснять, блядь. Нихуя не делаем, стоим, смотрим. Че? Это ветра. Это не то, нахуй. Мне кажется, это не тот. Это не тот, нахуй. Быстро его. Вот. Все. Не трогайте его, нахуй. Кики ему никакие, Юля, не давай. Вон фиолетовый, наверное, был каст вот этот, который сбили. Может, вот этот? А, нет, это кара. Не, они, а долгий у японский каст. Не, он не скоро. Все, ждем. Ветра. Опять ветра. Ветра не просто подходит. Сбить, это не то, нахуй. Пропускаем, ждем дальше, нахуй. Кара, это не то, блядь. Может, смотрим. Этого? Может, тихо, блядь, подождем еще. Вдруг, блядь, будет другой какой-то каст. Герина. Нет, тут нету героя. Это, короче, можно кикать. Ветра это не да то. Да это, бля, вот у него два каста, походу, ветра, нет? Не, смотрите, можете до 50% спокойно слить и дальше ждать каст. Давай, до 50 его ебанем, только дот не вешайте на него. Каст он после 50 хп, наверное, стопали, дает. О, есть. Стопнули, отошли. Ебать, уже умер. Тихо. Ветра просто забью вихрем. Я не знаю, он действительно нихуя не дает. Можешь ему пока киком что? Дать. Сейчас дайте, попробуйте дать ему веру. Вот это залога. Вот эта хуйня. Вот эта хуйня нам вот нужна. Это ждем, пока он докастит. Повесится баф. Вот таких 5 бафов надо. Чтобы запустить хэмп. Так, куда он вот повесится? Одного можем 5 бафов сделать? Нет. И... Нет, разных. Надо 5 разных мобов. 5. Да? Все, значит, этого сделаем. Хороним, да? Да, сейчас мы его добиваем. Да, добиваем. Вихрь ему надо сбивать, иначе он воспользует. Вихрь, я, ну, вихрем сбил. Вот, разрушитель, сейчас опять же дам. Там еще один есть, вот, исказитель. Темпорального я дам пока что вихрь. Вторым вихрем, эту хуйню остальную убивайте в ноль. Сейчас, если будет ветра, я ему вихрем собью каст. Вот, ветра я собью сейчас. Вот, дальше эту пидорас не убьем эту. Все, сейчас его до половинки немножко это самое. Все, вихри в него никто не кастует, чтобы ни мишинга не было. Кару просто сбиваем. Все, стопнули, ушли. Дамаг. Ушли. Ветра собью. А где невосприимчивость, это, нахуй. Захиливаемся. Все нормально. Грипп работает. Все, стоим, ждем. Да я зачержил, он станется. А, ну хорошо тогда. Где, говорю, этот баф отображается? Не знаю. Просто считаем 5 штук, придем на босса и посмотрим. Висит. Да ничего считать не надо, вон он на всех мобах в данже висит, посмотрите. Сбейте, сука, разплетенное время.
Да, бейте до 25%. Скорее всего, он при 25% посмешался и башил. Ну, сказали 50. Подождем просто. По времени. Смотреть, нет, не по времени. Оказавшись при, ну, на грани гибели, короче, он начинает оставать. Короче, я его пущу до 25 сам. Все, не бейте. 25%. Сбейте, Витрас, сбейте. Не бейте его, блядь. И сколько таких? 5 штук! Да не тот каст мы ему сбили, успокойтесь. Мы одного просто так похоронили, да? Там мобовку будет достаточно? Достаточно будет. Мобов достаточно будет, хватает. Ну все, а вы не бейте, зачем? Не бей его. Костя. Короче, на грани смерти он... Мы его на грань гибели отправляем. Ну вообще сейчас отправим нахуй, сейчас эту хуйню, блин. Сейчас вообще похороним его. Тарелки в него не кидай. Да я автотакой стою. Нет, не то опять. Я автотачу его. Все, может пусть, блядь, хули Дринк стоит, его танчит, а мы пойдем следующего бить? Потому что, судя по всему, это реально, ну, пиздец времени занимает. Дохуя. А да. Ну, типа нас ветра не достанут вот эти вот? Ну, блядь. Достанут, собьем. Да он его заколупает, нахуй, быстрее. Ты его не бей, там, не бей. Убери, блядь. Вообще, отвернись от него, нахуй. Ну то сейчас, блядь, да. Кто-то пукнет, нахуй. А точно 5 надо? Он, мне кажется, 5. Больше кастить не будет. Вот, на них баф. 5 надо. Ну, хорошо. Ну, это какая-то, блядь, наркомания, блядь. Тут мы сейчас будем долбиться. Ну, ладно, ты что? Вот хотя бы в обычном моде попробуем, а не в хейме. Ты заебал, это обычный мод, иди нахуй с этого инста. Тут не, ну, обычный мод, ебанись. 271 шмот, он нахуй никому не уперся здесь, ты понимаешь? Мы не 240-е, чтобы 271 шмот выбивать. Там залупа, а не шмот, его можно в жопу себе засунуть, и нихуя не изменится. Да я бы засунул. Вот вы видишь. Случайно не сбили кастом? Не знаю. Кажется, да, вроде не было. Первый босс. Я видел, что был каст. Первый босс ему разобрали. Были только ветра, только ветра. До ветров там вот, между ветрами вот, был каст. Вот ветра вот только были. Сейчас добьете. Чего убиваете? Да убейте там этих мобов миллион. Там много мобов таких еще. Там мобов хватает. В том смысле, если мы из этого не можем достать этот каст, то из остальных? Да не ясно, нихуя. Ну, блядь, давай. Добивайте, если что, резнем. Сука, занесла нахуй что. Он заебал. Первый босс легкий. Пришли сюда стоять, что ли, на моба смотреть? Следующую он пачку тоже самое. Следующую пачку тоже самое. Начал, да? Если вне временной будет. Правильные исказители все кастят. Каст. Пуляйте. Леха, ты там не танчишь? Иди сюда. Зачем? Делай. Не надо мне шмотки кидать. Да мне не шмотки, это, ты мне шмотку зачем? Ничего, опускать получается. Не опускаем этого пидора. Все, не опускаем, все, не опускаем. Сказала, возьми какую-нибудь замену, мне уже идти надо. Иди. Никаких вихрей, ничего не давайте. Грабить. Все, заебись. Видать, он сбился каким-то образом у нас. Я... Его тоже лягушка Пепе, кстати. Я сам позабиваю. Не сбился, его сбили. Я вам это сказал, нахуй. Ну, случайно сбили. Я ну да, говорю, да, нахуй, не слушайте, незаметно. Ворот, нахуй. Только флудите, нахуй, и ссытись. Давай, иди уже. Когда просят сбивать, не сбивайте. Спасибо, Лёх. Ну, ты ушел же, Катрисия, все, чё ты? Это хуйня. Мути нагоняет. Нас он еще полчаса будет пиздеть, нахуй. А вы замутайте его. В мути нагоняет муть. Ёбаный. Горнело в муте, блядь. Там нету. Лучше бы узнали, как вот этого негра с пепитером убрать. Ну ты, блядь. Сирус удалить. Не понял. Негра, по-моему, убрали. Пепитера. Что там, кого сумануть-то нахуй? Ладно, он справа. Стоять. Давайте убьем патруль. Сейчас подойдут, подойдут. Давай лучше патруль, нахуй, а не стоящий. Танки есть? Танки Тома, есть? Блядь. Они нас убили. Вон он идет, патруль. Юля в одной стороне, вы в другой. Юля, ты тут? Прием, иди сюда. Я что-то заебался. Нету. Давай, кто там, блядь, путеводный, нахуй? Метки, что ли, на себя дайте. Юля, ты где? Юля на паке ведет. Нахуя? Что вы, блядь, дрочите? Увидание,
Увидание сбивайте, пожалуйста. Он 60 тысяч по данжу нахуй носит. Ладно, падаем, тихо. Падаем нахуй и заходим сначала. И, сука, никуда никто не отходит, блять. Ходим вот на танков. Кто там в танках? Юля, кто еще? Костя. Люля, Костя. У нас танки в разные стороны пошли. Танки нахуй с кружком не отходим никуда. С угрём ходим с кружком нахуй. Не отходим никуда, блять, от него. Не надо один туда, блять. Мы еще не так сильно знаем этот инст. Ну там где-то мы пишем, видание кастанул и все. И у нас не надо вести никаких мобов. Блять, мы сейчас паточку патруля ебанем. Три бафа еще нам настакать надо. Че там, два бафа есть же на этих челиках? Слева нету бафов, вот сюда пошите наверх. Ну, так, вот сейчас патруль убиваем. Кто это лежит? А, это хулидрин. А почему? А ладно. Темпоральное искажение, нахуй. Бафы на ходу давайте. Этих легко убьем, только сбейте увидание. Все, убивайте вот этих двоих, патруль, танки, пульти. Хорошо, хоть трэш не жирный, нахуй, хоть за это спасибо, нахуй. Киккаст, найс. Где там темпоральный хуйплер? Вон справа. Он снизу есть слева там. Все, вот этим пока займемся, тут распределяемся. Хуйни циклон в него. Сейчас на ветрак ебану. С каждым стаком будет жирный. Сейчас ветра будет, ебану. Так. Ебану. Все это зауешиваем. Ну и сейчас до половины его ебанем. Башим до половины. Только не разъебите его. Все, отошли. Все. Убили. Я сам касс собью, если что. Угу. Все, вихря пока не даем уже. Так, этот стан. И ждем. Сейчас будет давать. Он на 25% его дает. О, все, дает. Даже больше, на 30, да. Не, на 25, но я вижу проценты. Был 27. Но он начал кастить на 27. Да, 6. Было больше. Ну, может, меньше 30 дает он. Вот теперь можно. А, третий стак есть. Че, третий есть, пачка, еще два пачка осталось. Пачка снизу, подождите. А, вон там надо снизу прыгать. Есть. Не, прыгать хуйня. Вон пак так. Есть, давай эту. Да. Циклон, дай. Я первый дам циклон. Я дам циклон, только в... Каст. Сжигающее время вот этот. А, они не спулились, заебись, все, похуй. Все, давай этих пока ебанем туда. Сжигающий что, увидание дает? Да, он увидание дает. Вот этого сжигающего, смотрите, сбить каст ему крестик. Открыть череп, я сам дам контроль. В ветра. Все, крест заливаем. Ну, не череп солью сейчас. Отворачивайте. Нет, это не то. Это у него клиф. Его надо отворачивать. Так, дал вихрь. Что-то мимо было, блядь. Сейчас погоди еще разок. А что за хуйня? А, вот. Все. Мэтфокс, охуйни по мне БР, пожалуйста, пока мы хуйней занимаемся вот этой. А ты кто? Урги. Варьер первой пати. Уга. Кто такой? Давай, до свидания. Меньше 30. Не бейте, хватит. Все, стопните, ушли. Вот сейчас у него 26 будет, и он сразу каст начнет. Пошел каст. Меньше 30 он получается кастов. Или меньше 50, или меньше 30, их знает. Ну, 26-27 начинает каст. Все, добить. 4 стака есть, нормально. Еще один. И где босс? Ниже нас пачка. И как раз от нее к боссу пойдем. Сейчас, давайте порезаем. Да, порезаем. И еще раз, сжигающее время. Отвернуть от рейда надо. И кикнуть увидание, все. Если он в рейд хуйнет кливом, ну, вы видели, что происходит. У нас кто-то бежит, но, в принципе... Так, загрели. В сторону хорошо. Отверните его, череп, крест отверните. Вот клиф. Так, это мой сейчас... Так, смерч даю. Сука, тварь, промах, невосприимчивость какая-то. Захиливаемся, проклятие снимаем. Я, короче, пойду. Ебать, они хуярят этими ОЕшками, конечно. Бейте. А, это вот у мелкого это моба. Вот оглушение. Ну, все, это вот 10 секунд мы поймали, да. Как давай. Эта хуйня работает со станом? Я не понимаю. Блять, нету описания способностей у мобов. Это ебать душно на самом деле. Ну, кастуль, я так понимаю, несколько таких тиков появляется, он достанет. Нэм.
Ну, танк еще живой? А. А что вы лежите, вставайте? Блять, не-не-не-не-не, не заходите. Эвилаша, либо приведи его в начало инста, либо умри, как хочешь. Да пошли, ебаный, заходите, блядь, бежим. А мы не можем, а уешка хуярит в рейте, ты понимаешь? Да похуй, я зашел, ничего тут нету. Ну, пока... Он пока не кастует. Мы вот только что зашли и сдохли. Вот, смотри. Вот она и все. Битраты хуярят. Короче, сдыхай нахуй там, ебаный в рот. Ну она все. Привести его может. Да все нахуй, не надо, блядь. Залупа это будет, блядь, хождение, привождение, вот это все хуйня. Я там Дживса поставил. Один мод остался. Только зашел, уже 100 голды забрал. Ну, я в него ветра давал первую невосприимчивость, почему-то была. Может, какой-то баф на нем был от других мобов, не знаю. Хрен его знает, давай я его... Ветра, может, на нем висели? Нет, я и говорю, невосприимчивость на ветра были. А потом... Ну, я ему в каст дал. А ты ветра. Раньше меня, типа, дал? Ну, так, ну, каст... говорю, может, так как каст... каст-то не сбился, я первый раз кинул, нет, он продолжал первый, кастовать. Первый я не трогал. Ну, вот я и говорю, что какая-то хуйня. Да, похуй. Давайте слева тут обойдем, просто человечество. Вот, хуеплёт разрушителя, просто разъебываем. Пожрите там, блядь. В руке у тебя нету этого арбалета, оружия, дальнобоя. Где вы там? Я же, говорит, не охотник, зачем мне арбалет? Кому, не знаю. Это было миски. Кто бомжа вредил? А где мне арбалет вообще? Ну что там, ебаный в рот? Так, ну все, основная масса здесь. Давайте разрушитель разъебываем. Этого до половины. Сильно не лупите так. Хватит. Сейчас будет каст. Пошел каст. Это последний каст, и на босса идем. Убивать. А максимум сколько их можно настакать? Миллиард. Не надо. Но столько мобов нет. Патруль этот убиваем перед боссом? Даже не знаю. Надо его убивать, я думаю. Вот этих убить надо? Стой, а тут попытки были? Ну давай разъебем. Это они, скорее всего, сейчас появились. В первую очередь крест убиваем. Вот на разрушителя смотри. Ну мы же собрали 5. 5 собрали, все, больше не бьем мозг. Попытки появились. Хэми, блядь, попытки есть. Хэмки, да, есть. На 290. Сейчас я реложнусь, нахуй. Если с первого раза. Линкуйте способности босса из книжки, нахуй, приключений. Ну я вкратце могу сказать, что надо делать. Давай. У него два самых страшных каста. На одном надо держать ренжу 10 метров, а на втором наоборот сбегаться. Кастует он их по очереди. То есть вам изначально надо поставить, во-первых, шаманов в разные пати, потому что он будет вешать яд на рейд, ну, чтобы диспелить. Это первое. Второе, поставить метки, приблизительно поставить РДшников хилов каждую по 2 человека максимум. Потому что, когда кастует аудешку, хуярит примерно 19 тысяч урона от, ну, от каждого человека. Если станет 3 человека, нанесет, ну, в тройном размере. То есть 2 выживают, 3 уже ваншот. И кастует он их по очереди. Танкам надо меняться после, там, не знаю, 6-7 стаков. У вас будет увеличиваться от кат кдшек, ну и так далее, замедление всякое. Вот. А по поводу рейнджевика... У него, по идее, должен еще один быть каст, он должен в самую дальнюю цель кидать еще, типа, копья, который тоже будет увеличивать касты. Ну, там посмотрите, я как бы не бил, так чисто знаю, рассказывали вкратце. Если вдруг он будет в одну и ту же цель кидать копья, ну, раза 3-4 кинет. А поменяться? Да, поменяться ренджевикам другим каким-нибудь стать. Милики тоже на рейдж набирают.
Копья не будет, копье это в хеймке, в обычке нету. Так мы хеймку... Ну, хеймка в смысле гера. В смысле гера. А, в гере? Есть два понятия. Есть сложный, есть да, сложный режим, есть гера. Гера это у нас еще не открыто на сервере. Мы да, в обычном режиме, вот мы в обычке, в инсте сам инста-бычка, но у мобов есть сложный режим, как и в Ульдуаре. Так, давай ну, посмотрим. Тогда все просто. РДДшников и хилов выставляя на рейнджу между, ну, 10, милишники всегда находятся в этом каком, возле босса. Но когда он кастует резонирующий там какой-то удар, рейнджи, ну, милишники тоже набирают рейнджу. Длительность... Темпоральный удар? Нет, агония это этот... Сейчас скажу, книжку открою, посмотрю. Это какая-то хуйня... которые прохиливают просто. Темпоральный удар это стаки, которые на танках. Резонанс. Меняться надо. А вот резонанс и сгорающее время. Сколько длительность кастов? 5 секунд есть или нету? Ну я диспелить, соответственно. Вот когда кастует резонанс, надо Это рейндж, да. Сгорающее время это сбежаться в одну точку. Вот под босса, да. Чем ближе к боссу, тем меньше урона будет получать. Ага. Теперь расстановка, значит. Что у нас там? Ты в хилах. Сколько хилов тут надо? Так, вон клетки давай. Вам для расстановки. Ну, давай. Учитывая, что идет АУЕшка сильная по рейду, ну, хила 4-5 минимум. Ну, в зависимости, насколько они сильные. Так, значит, хилов делаем так, чтобы не двигались. Так, 5 хилов. Значит, давай. Начнем. Есть 5 дайте джипса, пожалуйста. Ну, не 5, даже меньше. Ну, иди, иди. Так. Сейчас пойду. 10 метров на глаз, ебанём, нахуй. Так. 5 метров. Так. Так. Вот это центр, это хилы. Так, давай еще. Допустим, вот так. Вот 5 хилов у нас. Так, он не спулится. Значит, метку луны занимает хэпал. Метку. Так, стелси будет занимать у нас звездочку. Бидон. Бидон, давай треугольник. Мардаунт. Кружок. Лютый 0 литр, он биг. Так, теперь. Они не двигаются, стоят и в метках своих. Значит, танки, соответственно. Вы... Я думаю, вы не сдохнете там от вот этой хуйни. Ваша позиция будет вот череп. Вот туда босса отворачивайте. Ну или, ну подожди, давай за спину ему ровно ебанем. Вот как он стоит, вот прям вот там, просто его отвернуть в ту сторону. Вот там ваша позиция. Значит, проблема вся будет с разбеганием миликов. Так, милики, значит, будете разбегаться... В стенке, влево-вправо. Ни в танка, ни в луну, ни в коем случае. Максимум, что вы можете, это вот метки вот такие вот. Босс кливает? Босс, не знаю. Кливает, кливает. Просто под лицом вообще никому нельзя стоять, просто... даже второму танку. Просто спиной, значит, стоит к рейду. Вот милики, значит, давай посмотрим. Миликов у нас... Так, Вилаши Хулиндринка танчат. Миликов раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9, нахуй. Prison Eng. 10, нахуй. Ну, блядь. Допустим, вот смотри. Давай будем по 2 ставить милика. На эту хуйню. В квадрате будет стоять... так, это же магия, да? Будет да, стоять танк. Лингрен с гомосеком. В кресте будет стоять. В кресте будет стоять Invisible с консилятором. Вот. Остальные, значит, оставшиеся, сколько у вас? Значит. Prison. Бля, я хуй знает, куда их девать-то, блять. Там 8 метров. Рарник. И кто там? И Угорь под боссом. Вот. Под боссом его чутка туда отведут, но смотрите, чтобы от луны было 10 метров. Под боссом Ранник и Угорь. Остается Святос, Призан.
по-моему, все, да, по меликам. А, Кирсори еще кто? И Седжу. Короче, Седжу бежишь. Ты в Дисе? Прием. Вот от квадрата вперед немножко туда в стену бежишь. Ну, не под лицо босса, а туда вот. От квадрата немножко вперед к стене. Короче, 10 метров от квадрата. Кирсори. Ты, короче, от креста туда немножко вперед, но не под лицо босса. Вот тоже к стене 10 метров набираешь. Потом кто еще? Призен. Я говорил, нет? Призен, блядь. Так, слова. Это метки... Призен, да. Ты в сторону... Ты под боссом будешь стоять с рарником. Ну, смотри, чтобы 10 метров от луны было. Так, остальных вроде назвал. Остался Призен, блядь. Куда его деть-то, нахуй? Призен, ну, короче, в сторону тоже от квадрата беги. Седжу, хуй с ним. Седжу вместе постоишь. Сдохнешь, так сдохнешь. И, ну, я думаю, засчитают там. Значит, РДД теперь. Хилы, ваши метки над головами у вас. Вы никуда не двигаетесь. К хилам никто не подходит, вторые люди. Значит, РДД, как мы расстановимся? Значит, смотрим 10 метров назад от вот этих 4 меток. От звезды, кружка, ромбика, треугольника. Значит, Войд от звезды 10 метров назад. Вадикон от кружка 10 метров назад. Кто там дальше? Лианочка от ромбика. Притон от треугольника 10 метров назад. За нами еще в самом конце отбегают ханты. Вот где мы сейчас, где рейд стоит. Сюда ханты отбегают. Друг от друга рейндж вот так 10 метров. Вот тут прямо у входа будете стоять. Два ханта. Потом кто еще у нас остается? Маг. И кто еще нахуй? Кого я забыл? Меня. Фокс, да? Маг и Мэтфокс. Вот вам теперь место надо найти. Вот смотри, если... Скажи, где босс стоит будет конкретно? Босс, вот где он стоит, там и будет стоять, только будет отвернут от рейда, будет к рейду спиной. Теперь... Ну вот отсюда смотри, я вот только отсюда достаю, грубо говоря. Вот где я сейчас я стою. Ой, блядь, это спокойно, блядь. Значит, смотри, ханты, вы разбегаетесь вот тут. Вот сейчас на себе метку дам. Ханты, вы вот разбегаетесь, один вот тут стоит. Самые дальние точки. Один вот 10 метров есть. Все. Мы, получается, что? Так, звезда. Что, вот тут примерно 10 метров. Кружок тут. Тогда куда вставать этим, нахуй? Магу и... Ой. И этому. Ой, ты можешь поставить возле хила еще одного человека. По двое можно, наверное, может, ставить. Там 12к урона. Если один будет, будет 24к. Это, по идее, никого не должно убить. И рейндж 8 метров. Так, а сапрот тут надо пить? Давай пропьем для начала. Пропитывайте сапрот, потому что очень сильно он по основном все магии. И к боссу сбегаются все, даже хилы. Кто не сбежится, тот умрет. 8 или 10? 8. Каст на 8 идет. Короче... Два ханта, смотрите, вот тут, где сова, вот тут, где прыгаю. Два ханта вот тут, 10 метров на вот этот каст, где разбежаться надо. А маг и кто там еще? Я. Забыл. Мэтфокс, вы вот тут. Значит, получается, Войд, где я? Сбегаюсь со звездой. Этот самый сбегающийся с Вадикон с кружком. Вот и ну и кто назначит там два лока, по-моему, метки свои помните, со своими хивами сбегаемся. Посмотрим, блядь, давай популяем, посмотрим, как это все. Слышишь, Тоха, танки поменялись, офф-танк, который не танчит, просто под боссом стоит, автоатачит. За спину заходит. Заходит за спину, чтобы дебаф не стакался на нем. Да. Сначала стоит один танк, мейн, остальные стоят все за спиной. Только, ну, мейна надо поменять, вот танк выходит на место мейна, ну, как на Синдрагосе, танкит, мейн уходит за спину. Понял. А кто у нас танки? Юлия и Хулидринг. Первый будет Хулидринг танчить. Первый каст, по-моему, будет резонанс, то есть на рейндже надо держаться. И имейте в виду, как только произошел резонанс, можете, в принципе, уже сразу же сбегаться к подбоссу, потому что следующий каст буквально будет через секунд 7, может 10, уже взрыв. Ну, в мире зоне. После взрыва, соответственно, сразу разбегается. Тут в основном просто бегать. Темпоральная агония — это что? Это на танка вешается или на кого-то случайно? Это босс начинает... Это стаки на танка, по-моему, нет? Нет.
сгораем темпоральный огонь, это просто он на себя вешает ауру, которая будет постепенно увеличиваться в уроне. Вплоть до 500%. Вот 800 урона на 500%, короче, может увеличиться. Темпоральный удар добавил. Так, что там еще? А магией какой бьет? Тьма. Ну там тьма, тайная магия. Три шамана, ну, тотем антифира, а первую и вторую пати надо будет диспелить ручками. У них есть, наверное, тотем, который яд исцеляет. Не антифира, а очищающий этот самый яд времени. Сейчас еще добавлю. Яд времени. Что, давай проверка, попробуем пульнуть. А, вот, яд тайная магия. Я думаю, есть смысл Юля. Так, кулидринг первый, Юля за спиной стоит, дает отчет. Готовились. Так, даже ДБМ какой-то есть. Через 2 секунды яд повешается. Резонанс через 15. На резонансе разбегаемся на рейндж, напоминаю. Беги, малышка, скоро за резонанс готовимся. От танка съебали. Уже на рейндж разбежались заранее. Да, резонанс. Резонанс, вот он, резонанс. Отлично. Друид инвалид. Абродокс не получилось. Пасифея. В чем проблема? Ноль дистанции. Не понял, почему никого не касался. Дальше смотрим. Сбегаться надо. Подождитесь. Сразу типа сбегаться? Ну заранее можно бы не терять. Да, готовим, потихоньку двигаемся к боссу. Вот скоро будет, через 5 секунд эта хуйня. Под босса все встаем. Потом обратно разбегаемся. Вот, под босса встали. Вот, отлично, дальше разбегаемся. До резонанса еще время есть. Побьем так, посмотрим. Так. Ну, по идее надо меняться, но мне... Я не знаю, почему вы не меняетесь нахуй. Вообще не понимаю нахуй. Яд диспелим. Резонанс 5 секунд. Резонанс, готовимся, на РНЖ стоим. Если место есть, лучше в одного вставайте. Дубовку прожимайтесь, и вы свои. Ебать, втроем зажали, блядь. Ладно, спасибо. Падаем заново, нахуй, вы не понимаете нихуя. Ханты, нахуй, ну, давайте падаем. Поворачивай в рейд эту хуйню, падаем быстрее. Сейчас еще раз надо будет всем, блять, заново говорить, кто где стоит, блять. Ну, кстати-ка, слышишь, вот 20 стаков я особо не почувствую. У нас просто сейчас с миликами, у нас все милики влево в основном убегали. Нам надо... Да. Я говорил каждому, сука, каждому нахуй говорил, где, сука, вставать, нахуй, где вы были, там что вы отходите, блять. Вся пачка практически влево просто бежала и в стенку упиралась. И там место найти было просто. Я ебал такую хуйню, сука. Слушайте внимательнее, блять. Стоишь, ставишь метки вам, эту хуету проговариваешь, и я хуй знает где, нахуй. Ну, на самом деле, по два человека милишника разбежаться лево-право, там, как бы не так уж... Тут, понимаешь, метров, да, это вообще, у нас, понимаешь, их дохуище, этих милишников, нахуй. Так, дай мне сюда, блять, метку какую-то, блять. Милики, нахуй, блять. Ресайтесь быстрее сюда, добегайте. И ресайте этих, блять. Здесь босс не спулится. А чё за хуйня, сука, заебал. Ну и все, и это весь бой будет так. Это вся хуйня по кругу будет повторяться. Сейчас я посмотрю, да? Кто меня интересует, нахуй. Друид инвалид, кто тебя разъебал? А Продакс, нахуй, сейчас я посмотрю, блять. Слышишь, ну я не знаю, на 6-7 стаках я 20 стоял и нормально вообще. Вот. Нет, смотри, друид инвалид тебя разъебал, два человека с тобой рядом стояли, да, нахуй. Да. Когда должен быть один, нахуй. Еще раз все слушайте, кто, сука, где стоит. Звезда, бидон, блять, к нему сбегается только воид, блять. Кружок, мордаунд, к нему сбегается только водикон, блять. Ромбик, друид инвалид, к нему сбегается только кто? Притон, да? Притон. Нет, Лианочка. Лианочка, хорошо. Только не забудьте, сами не перепутайте, а то я забыл.
Вот, только Лианочка, нахуй, никто, сука, к ним не подбегает больше. К треугольнику сбегается, кто там стоит? Этот, Стелси, Стелси там стоит, треугольники. Не забыла? Здесь метка спала. И тебе сбегается только Притон. Дальше, блядь. Два ханта, блядь. Вы сбегаетесь. Давай сделаем так. Вот сюда, нахуй. Вот видно череп? Вот где я стою, вы сюда вдвоем сбегаетесь. Ни к кому-то там, ни сзади три ромбика, а просто прибежали сюда, встали, нахуй. Прошел резонанс, бьете, блядь. Дальше кто у нас еще есть? Апродокс и... Кто там, блядь? И Мэтфокс. Вот сюда, нахуй. Противоположный от ханта. Вот сюда, блядь, где я, нахуй, черепок. Вот сюда подошли. Все, блядь. Дубовку нажали, блядь. Сбежались, разбежались, бьете, нахуй. Дальше кто у нас? Милики, теперь по вам, блядь. Заново, нахуй. В квадрат конкретно сбегаются, блядь. Чего? А Лингрен на гамасе. Поставил рыбу. Лингрен гамасек, хорошо. В крест кто сбегается? Консилятор и Инвизибл. Спасибо, хорошо, что запомнили. Нет, нахуй. Консилятор и Инвизибл. Ну, я имею в виду стену дальше бежать. Дальше, значит, теперь вперед 10 метров от квадрата и креста. От квадрата кто? Ну, мы с Рарником под боссом. Вы с Рарник, Угорь под боссом. Седжу с кем, блядь, был? Седжу с Кирсори, короче, давай вперед от квадрата 10 метров, Призан, нахуй. Хорошо, Призан и Седжу. Тогда от креста вперед 10 метров Кирсори и кто еще? Сука, кто-то еще был, нахуй. Святос. Святос. Вот, Кирсори и Святос. Если что, сука, нажимайте защитную стойку, нахуй. 10% урона снизится по вам. Кто еще, блядь, не назначенный? Гомосек в луне не вроде одно место свободное. Рядом с хапалом. В луне... Сингерном в квадрате. Сингерном в квадрате. А, хорошо. В луне место с хапалом свободное. Так у нас все назначены или нет? Все вроде названы были. Танку. У нас 25 человек, поэтому одно место получается свободным. Хорошо. Офтанк тогда, в луну забегает. Кто именно в этот момент находится за спиной, типа, блядь. Все, блядь, резонанс. Избегаться под босса, разбежаться обратно, бить. Все, пиздец, тактика изи, блядь. Жрем рыбу, нахуй. Первый танчит хулидринг. Меняйтесь, блядь, сколько баф висит. Просто, ну, не знаю, 10 накопил, поменяйся. Скажи ей. В районе 30 секунд. Ну и все, нормально, блядь, поднеси. Юля, запоминание цели меня возьми, будет темпоральный удар, такой как укол нарисован. Давай, я не знаю, 7 стаков, блядь, меня. Все, давайте, блядь, названо каждому четко свое место. Проверка и будем, блядь. Пристабаф энту. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поставь его обратно. Максимально хуярим. Чисто манекен, блядь. На резонанс дубовки жмем вот эту всю хуйню свою. 10 секунд. Готовимся, резонанс стали уже по своим местам. Заранее и дамажим. Кто дотягивается. Резонанс. Меня кто-то задел, блядь. Мэтфокс свой дорез и... Гомосека резну. Я резу. А, блядь, Друитин валит резы. Это ты Седжу, если ты отбегал, это ты вправо отбегал, надо вперед от квадрата. От босса, сбегайте. От босса. От босса быстрее. Ёбаный в рот, блядь. Ладно, бейте. Юля, уходи. Ставь тотем стелси, мордаунт на ману. Давай, Вадикон, резни тогда. Еще раз. Резонанс, блядь. Резонанс по местам. Стоит, дайте каску лапу пристабав. Лапу я дал. Бля, тут столько места, вы не убегаете. Я диспальте. Дотема еще не достают.
Побежали под босса быстрее. Все кончилось. Юлёха. Резонанс 10. Призан, сейчас... Призан, пожалуйста, 10 метров вперед перед квадратом. И Седжу, чтобы тебя зашел. Блять, он влево один хуй бежит. Вот ты объясняешь, нахуй? Вот смотри, он, блядь, почему-то слева стоит. Ты слышишь? Вперед перед квадратом. Не перед звездой, а перед квадратом вперед. Ты прибежал, а, да. Тут раз меня задел, блядь, везде. Ебать. Какой босс тут неубиваемый? Второй, да? Второй. В сложном режиме. Не знаю. Вперед, вперед от квадрата. Не влево от квадрата, вперед. Там звезда рядом. Ты звезду задел сейчас взрывом своим. Первый взрыв звезду задел. Но от квадрата там нет никого. Там танки стоят в стене в той. Под боссом стоят 10 метров от танков. И ты слева от них, от жопы босса. Короче, рейндж не 8. Рейндж не 8, а 10. Рейндж не 8, а 10, переставьте. Да я хуй знает, 8, не 8, нахуй. Ну а хули они урон наносят? Рейндж. Похуй, я не знаю, что там в описании. Вот рыба. Понятно, лучше больше, чем меньше. Переписывайте 10, нахуй. Это хуета какая-то. Там ДБМ сам даже пишет рейндж 10. Ну, которая, надо сбегаться под него, вот эта херовина. Отойду. Там пауза между резонансами около минуты. Один пришел, другой отошел, блин. А у нас яды кто может себя диспелить? Паладины могут диспелить? Паладины да. Могут... Паладины, руиды. То есть нам надо шаманы. Из первой пати задиспелить одного воина, двух... Двух воинов и двух ДК. Трех воинов и двух ДК, правильно? Остальные каждый себя может подиспелить. Ну, получается так, а в остальных пати стоит тотем очищения и все. Ну, вот я и говорю, что, ну, просто я начинаю тыкать да? У друида, да, оно как бы это... Ты даже если на нем яда нету, я все равно прокликаю. Рыжих этих бесполезных, короче, надо диспелить и красить этих двоих. Дайте обмен на саппорт холидрин. Че, по цепротами бьем все, да? Угу. Даже давайте со второго резонанса начнем, заодно таймеры проверим. На первый Лингрен сдаст ма, на второй холидринг, этот, господи, массакру, на третий джендис массакру. Дайте мы посмотрим, джипс. Если на четвертый у тебя холидринг откатится массакра, я понял. Вот, ты будешь сдавать и так по очереди. Если это, ну, будет работать, будет офигенно. Дайте зивса кто-то. Одного желательно. У меня 27 минут когда. Да, Рома, ты на третий. Обмены на саппорты кидайте. Ну мамонта ёбните, Славе. Нету мамонта, тут нельзя. Есть зивсу кто-то, блядь. Да. Ну, только у меня когда? Вон тебе предложили вариант, Слава, жми камень. Так что, джипса нет в рейде, что ли? КД. Ну, КД у всех, походу. У него же там КД сколько? Час. Лома ботов ни у кого нет? Я такое не делал. О, это намного удобнее. А он там где-то учится или что? А он у вендора, по-моему, изучается. Помобот. Напиши. Но у меня в стоковых нету. Чумон.
А, или он выбивается возле ульды там. Возле ульды Дживс выбивается? Да, я там не есть помню, платон с этими челиками. Где-то я его выбивал, по-моему. Там возле Ульдуара есть платон. А в библиотеке или архиваре ходят такие гномы на механических сапках. С них Дживс падает. Че, выпили? Да, нет, с них падает карта. Ты карту берешь, берешь задание с ней. А, с карты квест на хламу. Да. Водикод и иерарник. Сейчас, похоже. А он только для NG или нет? Только для NG. Только для NG. Mad Fox. Сапрот. Ральник. Сапрот. Мордаун. Стэджу. Какая? Дамаг тьма тут, да? Тьма. А мне есть тьма сапрот. И тайная. Чек еще раз. Набафай. Расовый сапрот. Вадикон стелси. Я здесь. Стелси. Стелси. Все готовы. Слава, ебаш таймер. 5, 4, 3, 2, 1. Пять секунд, разбежались. Встали в рейндж. Давай, Ма. Уже, уже бежим. Юля, заранее. К боссу заранее бежим уже. Черепок встали. 6 метров от босса. Верим. Каз закончится, обратно на рейндж. Пошли на рейндж, разбегаемся. Забрал. Так, сейчас массакру даст холидрим. За 10 секунд скажу, на рейндж будете разбегаться. Смотрите вокруг себя. Дамаг во вторую очередь. Все, пошли на рейндж. Беги, малышка, встали на рейндж, ждем. Сейвы свои смотрим, все хилим. Я вообще ничего не помогу. Меня что-то сбились. О, помогло. Так, Вадикон берет инвалида рейс. Забираю. Уже под босса бежим. Берет инвалид. Дай ему Вадикон Индер. Прости, прости. Засиливаемся. Под босса встаем, 5 секунд каст. Все, пошли на рейндж. В себя, когда резонанс кастуют, кастуем хилки предиктом все. Шаманы, лемы, все энхи, блядь. Так, массейф у кого сейчас есть? Сейчас Джандис дает массакру. Только не сразу, а когда он начнет кастить на середине. Резонанс, разбежались. 3 секунды резонанс. Дубовый откатывается на каждую резонанс. Дали. Кастуем. Стелси захиливаем. Блять, друид инвалид, что с тобой не так, нахуй? Как ты дохнешь-то, блядь? 2 резонанса. У тебя что, сапрота нету? Мэтфокс реса его. А я ему сказал выпить сапрот. Я не понимаю, нахуй. Сапрот, блядь, выпей. У тебя нет его в сумке. Мэтфокс ему иннер дай. Захилим рейд быстрее. Уже сбежались под босса. Все бросили, сбегаемся под босса. Себя хилим. Себя кастанули хилки. Обратно разбегаемся. У кого сейчас массейф есть? Хулидринг откатилась или нет? Эма есть. 25 секунд. Друид инвалид, дубовая на каждую резонанс откатывается. Готовь. Хорошо. Дубовую. Лингрен сдает Эма. 10 секунд резонанс. Стали на рейндж. Забыли про дамаг. Стали на рейндж. Резонанс 3 секунды. Дубовую прям сейчас прожали. Не помогает ему. Следующий удар будет больнее. Пиздец. Падаем.
Почему он больнее? Он усиливается или что? Вроде ничего не должно усиливаться. Усиливается? Нет, удар не усиливается, дотка усиливается. Слава. Короче, ты можешь всех поставить вдоль стены по 10 метров. Да, нет, сейчас не выдумывайте про 10 метров. А мы как вас поставили, блядь? Подожди. У нас получается, что у нас дефы есть на... Ну, хорошие дефы именно от самого удара. На два каста. Один каст мы не можем задефать постоянно. То есть у нас два... нам бы три... Короче, нам еще одного хэпала надо. Вот у нас будет еще один хэпал. У нас под каждый резонанс... Нет, не выдумай велосипед. Юля, нет, одевай просто... Т4. Либо Т4. Давай, я в танк спекну смогу. Либо Т4. Подожди. Нет, ты в танка не спекаешься. Вот, Юля, Т4 — это хороший вариант. Юля одевает Т4, ты держишь агро, и у нас получается три дефа под каждый резонанс. Да, нормально будет. Вот это нормально, да, вот так тоже пойдет. Либо у нас два хэпала. И один протополадин. Медведя повырвало к Т4. Еще есть вариант того, что у нас может быть ретрик с таким спеком, но это, конечно, потеря ДПС. Да, нормально, сейчас Т4 просто оденет и все. Да, Т4 нормально. Мишка, Т4, что, не очень что ли? А сколько у него ХП? Босс. Сейчас. 200 лямов. 216 лямов. У него берсы нет уже, да? Ну, походу нет. У него не берса, у него с каждым резонансом, у него вот эта дота, которую он на нас вешает, она сильнее. Вот это берса, по сути. Ну, тогда как вариант вам первые два резонанса просто прохиливают. Это не важно. Потом все равно на один резонанс не будет хватать дефа. Они часто идут. Мы все равно их будем минимум штук 6 впитывать точно. Нам надо сделать так, чтобы у нас на каждый был какой-то сейв. И тогда уже гораздо проще будет. Юля, не зыба, раз в минуту. После резонанса, когда мы... 2 минуты у нее. После резонанса сразу тогда сбегаемся, после резонанса, как он его кастанул. И вот эту дотку АОЕшкой захиливаем максимально в рейде. Если хилы будут не справляться, тогда включаем режим, сами себя хилим. Вот, то есть дополнительно призм кастует, взломанча нету. Блять, хуёвый состав, конечно. Давай. Вечность мы бить не будем, потом просто дотка нас сожрет. Вы не прохилите дотку. Инвалид, сядь, поешь. Запрот, нахуй. У нее есть предел максимального дамага. Если мы этот максимальный дамаг будем переживать, то можем бить хоть вечность. Мы его не переживем. В итоге мардаун. Я же говорю, если. Хотя 500%. 10 хилов. Ты сапрот выпил, друид инвалид? Да. Мардаун, сапрот. Сапрот. Ну это чтоб наверняка. Что? Сапрот, выпейте. Не-не-не, подожди, слушай, я не прав. Она не так работает. Она сама со временем разгоняется, как этот, как да, заражение. Как заражение, только ну, она не снимается. Да, да, да. Ну ее захилили. Короче, у нас нету вообще тут таймера никакого. Мардаун, что у тебя с сапротом? Хулидринг есть? Я сам сапрот ходящий. Давай. Выпей, сука, сапрот дополнительно, блять. Чтоб было заебись. А не надо, когда я сдох, заебись и так будет. Думаешь, сапрот съебать? Ну давай. Пиздец, я не понимаю, почему вы такие нахуй. Престобав. Ай, блять. Мне хочет выпить на СПД и будет хотя бы щиты получше, чтобы хотя бы у вас не что-то лонах. Инту продакт обнови. Принимайте и будем пулять. Что там, блять? Машка не работает, да? Не спасай. Так, что там по сейвам? Первый, второй, третий. По сейвам. Первый Холидринг, второй Джендис, третий Эвилаша. И так по кругу. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Максимально дамажим. Сталина раньше. Беги, малышка, беги! Так, готовься. Давай, массейв. Сразу под босса идем, там захиливаемся.
Сразу под босса идем, там фул дамаг. Что с гомосеком нахуй? Подрожу выбежу. Блин, ты два литреса. Сука, нахуй ты подрожу выбегаешь. Ну, боёк, то автобег. Быстрее. Некрасиво, но честно. Под босса стоим. Забафайте её. Бабку, каску представ, бафали. Так, все, кастанул. Пошли, на рейндж встаем. А дотка это из-под босса, да, идет? Он ее просто вешает. А, я понял. Она усиливается. Вплоть до 500%. Нахуево. Ну это она пока тикает. Так, холидринг, на рейндж встали? Холидринг, готовься. Джандис массакра. Уже было. Джандис. Джандис. Джандис, я не оговорился, но... Рома, чё тебе с макро? Ну он под конец нажал, нахуй, не успел отменить себя, нахуй. Падайте. Вот эта дотка, короче, под самый, ну, максимальный... Вы каст видите босса, выберите в босса в таргет, и вы видите каст. Он каст этот, сука, долгий, ну там 3 секунды или сколько есть. Нажимайте в начале каста свой масс-сейв. Потому что вы, вот он сейчас в каст дал, и его массакра не отменилась. Ты спокойно давай в середину каста, не парься, типа. Ну, типа любая сейфобилка действует там от 5 до 7 секунд. 6 секунд массакра работает. Да, а каст идет 5, то есть в любом случае как бы защитит. Ну там не 5, там чуть меньше, но не суть важно. Главное, что просто в середину каста он ее нажимает и все. Ему с себя снять надо. Ну это видишь, Тоха, в стенке 216 мультов. Ну, в сложном режиме. Но у него плюс 25%. Плюс 25% хп сейчас. И урона 25% сверху. Угу. Mm-hmm. Так, сколько он там бил? По 700? А, так вот почему, типа, ММА не помогает. Потому что, блядь, вот эти вот как раз 25% и уходят. Да нет, там не в этом дело. От рыбы отойдите. Песчаниковый скоробей. Да это не с костом босса. У меня все залагало до коста еще. Ну бывает, ничего страшного. Да сука, сервак уже бесит, по-родному так издевается. Сейчас мы размотаем этого пидора. Или он размотает нас. В конце, конечно, придется себя хилить. Когда будет 500. Рестобаф, во-первых. Так он 500, он уже тебе накидывает. В конце по 4800 дамажит. Угу. Вот это есть предел 500%. Угу. Готов? Что там, дух, защиту от тьмы, блять. Будет? Присты бафните. Да, дух защиты от тьмы есть, нет? Что-то я не вижу. Ну. Так, я анонсить не буду больше. Еще раз. Холидринг, Джандис, потом и Вилаша. Мордаунд, дай дух и защиту от тьмы. Что-то нету. Я уже все дал. Не всех достал оранжа. Есть дух. Да, но есть, просто почему-то она не показывает. Забагалась что-то. Но не влазит просто в ауры. Ну, это у меня на бафует рейд, независимо от того, где вы тусуетесь. Это все Пипитер виноват. Ладно, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Да, Геру спу. Мне, короче, холодринг говори с Ивой. Резонанс. 7 секунд. Встаньте на раньше. 5 секунд. 3. Вы сами-то видите таймер ДБМ или нет? Сразу под босса идем. Диспелим яд на ходу. Юля, забирай.
босса. От босса. 3 секунды до каста. Разбегаемся. Так вот, из-под босса, который каст, да? Он будет фулл висеть. Вот видишь, сейчас висит. Ну вот, дебафну тебя. Резонанс 10 секунд, промо готов. Уже на рейндж все встали, и готовьтесь себя хилить. Давай, Ром. Сразу под босса бежим, диспелем на ходу. Забирай, Юль. Загорающее время 10 секунд. Тут походу алехилов больше надо. Гангрена уже мана нету, да, и мейна. Разбежали. Забрал Юль. Сразу на рейндж вставайте. Резонанс 10 секунд. Окей, сейчас сейв. Юлин. Юля, давай. Забирай. Следующий мой. Хилить помогаем. Так, загоравшись. Время 10 секунд. Призан цепухи по касту и похилить. Помогли, помогли быстрее. Еще, блядь, так Вадикон. Так, под босса сбегаемся, 5 секунд. Вадикон, Иннер, Джандис. Че, мы раньше разошлись. Стелси, Мирал. Стелси, вставалку. Бидон, тотем на ману ставь. Ладно, друид инвалид, стелси, рез, я быстрее. Резонанс 13. А, у него КД, блядь. Вадикон, рез и стелси. Пиздец. Каску, лапу, пристабав. На стелси какой-нибудь сейф, щиток, я хуй знает. Готовимся, резонанс. Дубову прожимаем. Хилим. Диспелим. Под босса идем. Захил, захил. Помогаем хилить себя. Вот 8 секунд еще. Дотку. Помогаем хилам хилить. Мудфокс, Вадикон, все хилимся, помогаем. Вот дотка кончится, дальше бьем. Вот так всегда будем помогать. От босса 5 секунд. На рейндж разбегаемся. Пошли на рейндж и хилимся. Мудфокс, БР, инвиз. Так, холидринг откатилась? Нет, я сдавал же. А, сейчас Джандис. У него в КД тоже Юля отдат. Юля еще. Резонанс, готовимся. Беги, малышка, беги! Готовимся, сейвы свои сжать. Танков хильте. Притон. Ну хильте, хильте. Что-то не хватает хилов. Ну хила не хватает, видишь, нам надо, да, нам надо больше хилов сюда брать. Можно его по центру держать? Потому что видишь, тут, ну, ДПС у нас не решает. Ну да, надо все равно переживать эту хуйню. Он, ну, а теперь падайте заново. Надо хилов, слышишь? Надо больше хилов. Нам не хватает одного холи приста, вот и все. Если спикнусь. Падайте. Снимай диван. Пробуйте тогда после резонанса отдавать гимны по очереди. А не люблю щиты, вон, не люблю щиты сидит. Возьмите его хапристом. Хватайте за яйца его и тащите сюда. У него хаприс получше будет, чем у меня. Лоша, что, болеешь? Да есть такое, что я... Да, понял. Если бы не дошел. Ну, давай, Юля, тогда на 6 стаках меня. Вот тут, Слава, смотри, тут прям мы упираемся в Т5 в хилах. Да, здесь, да, просто знаю. ДЦ в 2 Т5, хаприз 2 Т5, и все, и вообще никаких проблем. Я знаю, нет. Знаю, блядь. Сейчас, ну, я это... 6-м хилом спекнусь и посмотрим, как будет.
ХПСика немножко посворую у вас. Угу. Давай, наверное, на 6 стаках или будем меняться. Так, вот рыба. Здесь волонин. Тут ходки решают дохуя. Ну, будет массакра дополнительная. Подожди, у нас есть 5 дарквиллов. До нас с Мэдфоксом точно не достает ни зыбка. И я не уверен насчет сокру, я не знаю. Там не до всех, да, она достает. Почему не до всех достает? Не зыбка точно не достает. Вон, Слава, смотри, мы консилятору 2Т5 хуйнули сразу, как у него ДПС вырос. Да я стер что-то не увидел, ладно, давайте. 26 клонов. Но он первый по ДПС сейчас. Не, ну это хорошо. Второй. Народ, на Синдаре их сдавайте магию крови под резонанс, помогает прям неплохо. Откатывает как раз от одного до другого. Принимайте, давайте, блядь, тройнём, сейчас посмотрим, как будем захиливаться. Инта, просто баф, лапка, дух, блядь, защита тьмы. Ну, просто баф опять, нету ни духа, ни тьмы, блядь. Мордан, ты тут? О. У меня же тоже мана неконечная. Нужно и сережку зарядить, и той хуйню, и всех разбавить вас. А у вас ХП в рейде есть? Ни одного, я сережки нету. Нету сейчас ни одного. Могу взять, если хочешь. А чё? Нет, тогда можно было молитву отдавать, ну, в смысле это, гимн. Исцеление после резонанса. Там я хуй знаю, как его отдавать. Там, Юля, на 6 стаках будешь менять. Прошел ДПС. И потом уже не отдать. Если отдам рано, я потеряю эффективность от него. Все, это хуйня все проблемная. А щиты на после... Рейндж. Беги, малыш, вы знаете, что на рейндж надо идти? Первый хулидрин. От босса. Читаем. Резонанс 8 секунд. Беги, малышка, беги! Сейчас Джандисмас сыпну. Нет, диспеллинг, забегаемся под босса. Разбегаемся потихоньку. Бедон, ставь тут на ману. Я сдам мосток. Беги, малышка, беги! Ну, давай, Юля, Юля. Ну, сука, он стаки понавешивал. Что это? Пидаха. Почему, блядь, вы сдохли? Призом, блядь. Вы что, в рейндж, сука, не разбегаетесь или что? Я не могу понять. Ну, мы со света самодотки умерли. 5 секунд. Сбегаем. У
Вот это что? Что, подбежать нельзя, да? Значит, ты под морду вышел, если ты от босса плюху получил. Сейчас же я сдаю, да? Костян? А у меня откатило. Окей. Беги, малышка, беги. Резонанс 5 секунд. Мы по хантам. Ну тут да, тут нужны смарт-хилки. Чтобы вот эту парашу эту поднимать. Войд, у тебя есть бэр? Ага. Ресни мордаун. Зачем? В смысле, я тоже. Надо пробовать дальше. У нас два шамана мертвы. Блин, не живем. Я просто когда еще один поставлю, поставлю. Падайте. Может, на паузу зайдешь, стоп? Тут не пал, тут масс хилы нужны. Холи прист. Эрдру. Такая фигня. Что это, пиздец? Всякие ливни шаманов в Т5. Вот эти вот приколы нужны. Вот именно, что нам нужны хилы в Т5. Ну. А у нас только один хил в 2Т5. Все. Ладно, это самое. Завтра ульда. И там по ситуации. Я предлагаю, Сав, я предлагаю... Вот, Мордаун, тебе какого куска не хватает? Мне не хватает только плечей с робота. Я ноги брать категорически отказываюсь. Ну, отказываешься, не отказываешься. Короче, я предлагаю сейчас пока эту тему либо отложить, ну вот, чтобы просто время не тратить. Мы очень сильно упираемся в хилов. Давай на следующем КД мы Мордаун тут сделаем.